В селе Черчетас в Тулькубасском районе проживают 1773 человека. Здесь впервые появилась врачебная амбулатория. Глава региона Жансейит Түймебаев поздравил сельчан со знаменательным событием. Желаю вам никогда не болеть. Пусть эта амбулатория останется в этом же состоянии. Просто знайте, что она здесь есть. Обращайтесь к врачам вовремя и следите за здоровьем. За одну смену здесь могут принять до 25 человек. Проводить осмотры и назначать лечение пациентам будут 18 специалистов. На строительство медицинского учреждения из областного бюджета было выделено 158 миллионов тенге. Амбулатория оснащена современным оборудованием. У каждого пациента мы сможем принимать различные анализы. К тому же у нас есть 5-дневный стационар, отделы гинекологии, терапии и педиатрии, а также усовершенствованная лаборатория. Одной из первых пациентов в врачебной амбулатории стала Жолдос Турсунбек. Раньше беременной женщине каждый раз приходилось проезжать 35 километров, чтобы попасть на осмотр в районный центр. Сейчас меня осмотрела медсестра, взвесила, расспросила о самочувствии, проверила живот, измерила давление. Все данные записала в мою карточку, и теперь я буду регулярно сюда приходить на обследование. Такая же врачебная амбулатория открылась в другом селе Тулькубасского района. На возведение лечебницы в ауле Кириит было затрачено чуть больше – 160 миллионов тенге.